Так, с вами, друзья, вторая серия про наш чердак. Что мы будем сейчас делать? Так, ну что, вчера мы утеплили кое-что. В прошлой серии вы сами видели, что было. Так, сегодня мы там утеплим. И вот так дальше пойдем. Чтобы нам здесь разобрать завтра. Пробую по интернету заказать USB-платы. Они 2 на 60 сантиметров шириной и, думаю, 15 миллиметров толщиной, для того, чтобы начать ими обивать потолок и утеплять сверху. Вроде на самовывоз можно так. Короче, в интернете заказать, на машине приехать и забрать. Вот так попробуем сделать. Так что прокатитесь со мной. Все, начинаем, делаем. Время есть. Все хорошо. Утепляется? Сейчас ништяк уже проявляется, хоть и стекловатый. Сейчас мы здесь доделаем вот эти два. И потом пленку пустим. Вот у нас пленка. И будет отлично. Ну все, ништяк у нас получается. Пленочку натянули. Здесь завтра купим плиту. И тоже пленочки натянем так. Вот так выходит. Аккуратно становится. Ну, хоть маленько здесь насчет стекловаты рассосались. У нас осталось здесь как раз наверх. Два рулона. Даже мало, можно сказать, да? Да, может быть, так уже подпачкивался. Вот у нас есть еще, поэтому. Может быть, хватит? Да, хватит. Грязь такая здесь. Не извините. Ну что, приклеили, сейчас туда потом плиту. Клеим, она наклейка. Здесь грязь у нас. Нет. Ну вот таким макаром. И все хорошо. Вот такая у нас серия. Завтра поедем в магазин с вами. Давайте, хорошего вечера. Доброе утро, народ. Поехали мы с вами за USB-платами. Багажник подготовил. Надеюсь, что 20 плат влезет. Вчера в интернете заказал. 100 евро, короче, стоили 20 плат. 12 миллиметров толщиной. Так что, поехали. Так что так, в магазин я приехал. Ждем открытия. Через 2 минуты откроют. Кому интересен обзор на этот магазин, ссылка будет в описании. Есть у нас такой ролик совместно с каналом Дневник Кожемякина. Милости прошу, заходите, смотрите. А мы идем дальше. Сейчас идем. Народу мало, пустынно. Так что так. Вот такая очередь. И людям дают заказы, которые они сделали. Все через интернет. Заказ не отдали. Сейчас грузим. Какие красавцы. Ну все, как у Аннушки. Все. Едем до дому, до хаты. Ждем Колю и поднимаем кверху. Так, в общем так, материал мы привезли, эти платы. Сейчас я вверху утепляю пленкой и начинаем забивать этими платами. Так, одну плату прибелали. Сейчас на вторую, я кверху полезу, на чердак там утеплю все хорошо. Не так просто все, конечно, медленно. Вот так. Вот такой у нас, такая вещь. Потуда я зарезал. Так, утепляем сейчас здесь. И посмотрим, как получится. Так, друзья мои, вывел я электричество, но лампочка будет. Такую как бы
кран, в котором пойдет кабель. Вот такой красивый кабель. Здесь я вам покажу. Там все утеплено между балок. Красота. Я думаю, хорошо будет. Так, все. Это пускай пока здесь, потому что здесь такая щель получается. Может, потом заклеить сверху. Пока так. Ладно, здесь сделано. Там, конечно, вот видно, красная крыша торчит. С соседкой. Оттуда поддувает. Но я думаю, это хорошо. Не надо закрывать полностью, чтобы как дышало. Пускай здесь немного ветер дует. Все здесь хорошо. Так. Покажу сейчас внизу. Так. Остается нам вот эта сторона. Вот эта сторона. Здесь все разобрали. Осталась одна бухта. Одна бухта. И вот здесь еще одна такая порванная. Трубу закрываю. Ну, тоже уйдет. И пенопласт у нас осталось. И стоп 7, наверное. Им, если что, утеплим. Так. Здесь мы два листа прибили. И один погнали сюда в сторону. Надо будет выпилить вокруг окна. Что еще плохо? Крыша идет на конус. Вот видите, здесь расстояние между балками, ну пускай 10 сантиметров. А здесь 13. Вот это расстояние. Но я думаю, это ничего страшного не будет. Не будет видно. Если все будет под одно, белое, и как бы хорошо будет. Вот. Что еще? Ну все, завтра забиваем эту стену. Ну и балки, наверное, будем крепить. Балки, наверное, сюда будем делать. Надо сначала здесь закончить все. И потом на эту, на правую сторону перейдем. Будем здесь делать. Все аккумуляторы сели. Сегодня все заряжаем. Вот у нас такой здесь ералаш. Все в стекловате, вонючее. Так что, ребятки, ребятишки, вот такие у нас новости. Сейчас пока все грязно, даже снимать неохота. Сейчас все доделаю здесь со стекловатой. Доделаем, подметем, и тогда будет приятно работать. Потом будет все приятно. Старое, сами знаете, это столько переделок. Ну а что делать? Интересно ведь? Ну все, с вами был, как всегда, Алексей. На этом заканчиваем эту часть. Лучше сделаем свежую, потом новенькую. Вам будет интереснее. Так что так. Смотрите, какие фильтра уже. Черные. Уже скоро надо новые ставить. А так хорошо, он работает. Ну все, с вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Все, пока.